Привет, друзья! Публикуем кадры работы системы прицеливания российской гусеничной роботизированной платформы «Велес». Наземный дрон «Велес» разработан конструкторско-производственной компанией «Новый рубеж» из города Майкоп. Ранее мы публиковали эффектные кадры работы наземного дрона «Камикадзе Кру». Как выяснилось теперь, это тоже их продукт. Его активно уже использует российская армия. Сейчас роботизированный комплекс «Велес» проходит испытания. Разработчики тестируют автоматическое распознавание целей и их сопровождение. Некоторые образцы переданы в войска. Робот «Велес» может оснащаться пулеметами ПКМ и ПКТ, гранатометом АГС-17 и ПТРК. Причем на него можно ставить сразу пулемет и ПТРК. В зависимости от конфигурации, робот «Велес» может также использоваться для доставки боеприпасов, провизии, эвакуации раненых и тролления мин. Робот оснащен двумя камерами и тепловизором. Управление роботом осуществляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Робот «Велес» имеет хорошую грузоподъемность до 400 кг и развивает скорость до 12 км в час. Другие технические данные и цена пока неизвестны. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.